Всем доброго времени суток, с вами канал Artmania, и сегодня у нас видеообзор на шоколадку Милка Карамель. Вот так красиво она должна выглядеть. Я надеюсь, что она так будет выглядеть. Содержит альпийское молочко. Так, и 90 грамм здесь у нас. И давайте посмотрим состав. Состав здесь довольно огромный, то есть он даже вот заканчивается вот здесь вот. Если в предыдущих шоколадках он был немножко поменьше, то здесь он довольно большой. И здесь у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Е добавок, то есть это уже предел, это довольно много. Вот, но шоколадка была куплена для обзора, в дальнейшем, конечно, я ее брать не буду, потому что для меня, если больше 5, это уже все, я не беру такие шоколадки. Так, ну ладно, дальше. 100 грамм у нас 481 килокалорий. Давайте ее откроем и посмотрим. Мики нам понадобится. Ух ты. Здесь я, кстати, даже не обратила внимания, то что это одна, то есть это одна, как же, что это одна большая плитка. Как-то даже не обратила внимания, обратила внимание вот только на начинку и все. А самое интересное то, что в шоколадках Милка, они, каждая шоколадка, она вот здесь вот выглядит по-разному. Посмотрите предыдущие обзоры на Милка, они все выглядят по-разному. Вот я сейчас только вот сейчас начинаю замечать. И это, кстати, привлекает, это интересно. Но, конечно, довольно дорого стоит, то есть недешево она стоит, но при этом у нее большой состав. Это не радует, если честно. Так, давайте ее посмотрим поближе. Так вот она интересно выглядит. Ну, такую шоколадку, конечно, еще не пробовала, такими маленькими батончиками. Это что-то интересное. Ну, давайте ее попробуем. Ой, не знаю даже, как взяться за нее. Конечно, как всегда, не так уж и много. Где она тут вообще? Ну, чуть-чуть, да, немножечко. Совсем немножко карамели. Там больше, наверное, шоколада именно сверху. Сверху, вот, особенно вот у этой, вот, и здесь тоже очень много шоколада, чересчур много. То есть, а здесь вот довольно не слишком тонкая, но тоненькая часть шоколада. Внизу не видно. Ну, внизу-то ладно. То есть, ну, конечно, не так выглядит, как здесь. Здесь она такая выглядит вкусная, красивая, все супер. Покупаешь, думаешь, что она такая же большая, объемная, вкусная. Но на деле, конечно, оказывается все совершенно по-другому. Давайте ее попробуем. Интересно. И узнаем сейчас, сколько же там начинки. По вкусу шоколад приторно-сладкий, как обычно. А карамель и шоколад, они кажутся одинаковыми. То есть их одинаково, и шоколада, и карамели. Хотя, судя по картинке, должно быть карамели больше, шоколада поменьше. Но они как-то так вот наравне. Даже, наверное, шоколада побольше чувствуется, чем карамели. Ну, карамели, ну что тут? Ее мало. Честно говоря, в начинке просто у меня разочарование.
Но сама вот эта вот шоколадка, опять же, ее, видимо, делают специально, чтобы человек обрадовался. Вау, какой огромный батончик мне достался. Скрепленный там по две штучки. А начинки так вот мало. Немножечко огорчает даже. Расстраивает. Вот. Карамель, ну, карамель обычная, самая по вкусу такая. Ну, ее мало, да, ее действительно было довольно мало. Больше шоколада все-таки ощущается. И, конечно, приторно-сладкий, как обычно. У Милка это стандарт. Видимо, они... Не знаю, зачем они добавляют так много сладкого, сахара. Либо, может быть, это химия такая сладкая, чтобы шоколадка хранилась долго или что-то с ней там было. Не знаю, короче, что это. Вот. В принципе, на сегодня это все. Наверное, я все сказала. Вы увидели хотя бы, какая она внутри, эта шоколадка. И состав у нее действительно, именно у этой шоколадки, он действительно большой. Он большой, это странно, почему. По сути, здесь что там, шоколад? Есть шоколад, который мало, маленький состав. А карамель, я думаю, ее тоже не составляет труда сделать. В конце концов, там же не молоко жидкое. Там если молоко, там или яйца могут храниться мало. Маленький срок годности, то у карамели то подольше она может спокойно себе лежать. Напишите в комментариях, почему именно у этой шоколадки такой большой состав, как вы думаете. Честно, мне не очень понятно. И на сегодня это все. Обязательно пишите комментарии, мне очень приятно, что вы их пишете. Ставьте лайки, смотрите другие ролики, мои влоги, как мы с сыночком живем, как мы путешествуем, гуляем, развиваемся, моему сыну 2,5. Вот. Также смотрите обзоры на другие продукты из Фикс Прайса, из Светофора. Очень много. Также пишите в комментариях, на какой бы продукт вы хотели обзоры. И обязательно прочту ваш комментарий, оценю и обязательно выполню вашу, ну нет, не мечту, но такое. Вот. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь обязательно.